Тест конференция главным тренером футбольного клуба Строгино Сергея Рафхатовича Загидуллина после игры 23-го тура с Динамо Брянск. Сергей Рафхатович, прокомментируйте ход событий, игру и результат. Вообще матч получился такая некая сюжетная линия. Мы начинали в одну схему, после пропущенного мяча вернулись в свою привычную схему. Удаление, забитые мячи, то есть, ну, как такой, ну, еще повторюсь, некая такая, какая-то сюжетная линия была на поле, но, тем не менее, команда соперника победила по делу, вот. Но, опять же, повторюсь, по отношению, по работе, по рисунку игры к ребятам вопросов со стороны тренерского штаба нет. А то, что как бы это не приносит очков, да, это да, значит, мы что-то чего-то где-то не дорабатываем, не доделываем. Вот, но это наши как бы внутренние тренерские дела, и мы обязательно это подкорректируем, и я уверен, что в ближайшее время все вернется. Все нам вернется за вот эти труды, которые ребята делают, они молодцы. Ваш коллега, тренер «Динамо» Брянск, сейчас сказал много комплиментов, приятных слов в адрес нашей команды и ребят, в частности. А можно ли сказать, что играть команда уже научилась, а вот голы забивать пока нет? Забивать, самое главное побеждать. Да, наверное, такой рисунок у нас, и мы имеем такую картину на самом деле. Вот. Ну, еще раз повторюсь, на наш взгляд, опять же, что команда растет, команда прогрессирует. Поэтому приятно работать с этим, у нас наши ребята. И самое главное, у них есть коллектив, дух. Вот. Мы это как бы можем говорить не просто так, мы это видим. Видели. Даже концовка матча, она об этом подтверждает, да, что в меньшинстве все равно как бы шли, старались как-то зацепиться, вернуться. Но еще раз повторяю, обязательно на этом вернется. Может быть, не в очках, а в индивидуальном мастерстве, в прогрессе обязательно это будет. Обязательно. О судьях обычно мы не говорим. Вот удаление Скопцова. Как его со своей стороны его видели? Знаете как, мне показалось все-таки, Колька сыграл грудью, но тем не менее, опять же, мы как-то вот у нас вот эта вот весенняя часть чемпионата, достаточно много у нас удалений, Скопцов, Решетняк, Котов, Арфенов в первой игре, да, то есть я уже назвал 4, мы сыграли сколько, 7 встреч? 6. Вот получается из 6 у нас 4 удаления. Прямых. Да, прямые красные карточки достаточно многовато. Все-таки вопрос дисциплины, он имеет место быть, но это больше связано с желанием, с темпераментом, с молодостью. Это не с тем, что мы там какие-то грубияны, да, и хотим, чтобы это не стало как-то там отыграть так. Нет, в таком случае. Но на это мы акцентируем внимание. Спасибо, коллеги. Вопрос есть? Вот вы упомянули, что начинали по нетипичной схеме этот матч. С чем это было связано? Связано с тем, что у нас линия обороны и центральные защитники получили повреждения, да, если мы сейчас вернемся на демоцикл, когда мы готовились, у нас Сашка Головня получил повреждение. Соответственно, нам нужно было что-то делать, у нас был Владислав Волков, один из защитников у нас в наличии, Рафа Агаев и Кирилл Шульга, то есть, ну, если необходимо, Семен Парфенов. Вот. Но если мы говорим, например, про Влада, то он, если помните, только одну игру сыграл официально в Саратове. После этого он очень долго и много пропустил времени. Вот. Не скрою, что связка Шульга-Волков в паре у нас как бы это немножко вызывало там небольшое опасение, потому что два еще как бы молодых футболиста, еще как бы не состоявшихся, да, будем говорить. Это первое. Второе. Влад у нас пропустил очень много и практически с листа вышел и сыграл. Вот поэтому мы решили пропустить Семена Парфенова, чтобы была тройка, чтобы они как-то могли втроем страховать взаимодействие. И Рафа Агаев, но он тоже там всего разных причин очень много пропустил. Там у него был недопуск от врача. Сейчас наконец-то его допустили. Он, слава богу, здоров, он в команде. Я уверен, что он принесет пользу. Вот. Поэтому. Такой выбор у нас был. Правильно, неправильно. Видите, как практика показалась, наверное, мы еще за те два дня, которые у нас были, не смогли перейти на новую схему. Все-таки нам привычнее играть в то, что мы играем. Спасибо, коллеги. Вопросы еще есть? Спасибо. Спасибо.